Все? Здравствуйте, меня зовут Пашка Видик, и сегодня ко мне в гости приехал друг из Екатеринбурга, его зовут Никита Дэвил. Он очень сильно напился, и тварь испортил мне на кухне ковер. Тут вообще вел себя очень неприлично, упал со стула и уснул. В итоге мы принесли его сейчас в комнату, и уже перед самым выездом на работу у меня сейчас, вот, у меня уже подъехало такси. Меня ожидает коричневая десятка, мне нужно ехать на работу, но у нас есть буквально несколько минут, чтобы обхуярить Никиту на лысо. Итак, погнали! Хотел получить по ебалу, получи, блин! Что-то не так. Бля, я заебался, подожди, нужно... Да подожди, бля, сейчас ему глаз нахуй выбью. Так, тихо, подожди, поверну. Смотри, он опять плачет. Надо волосы убрать просто. Да надо... все заебись. Да, блядь, у тебя вся, блядь, кровать будет. Да сейчас возьмешь пылесос и это, пропылесосишь. Да, ага, буду просто. Ее, блядь, что мне делать, нехуй. Что, сложно, что ли? Только не все волосы, которые мелкие, останутся. Так, тормозни, я выкину. Да не, панк нормально, все. Да, в принципе, достаточно, я думаю. Блять. И хули, вот, блядь. Мы подстригли Никиту. Думаю, с утра он как бы дострижется окончательно. С вами был Пашка Видик. Всего доброго, до новых встреч. Высоты.